Да, в случае я просто пациент, клиент, и без всяких представлений перед Богом все равны, и то, что методы, которые существуют в массаже и помощи человека, они очень многочисленны, их тысячи, и у нас есть только вопрос выбора, и тот метод, который наиболее эффективен, окажется, поскольку мне удалось пройти достаточно много практик тайского массажа, и аюрведического, и тайского, и кинезиология, и остеопатические, и разные виды. И эффективность, которая здесь получается, она основана на исключительном таком методе, ну, все методы исключительные, но который предлагается Валентиной Афанасьевной. Это комплекс, который уникален, к нему относятся многие. У нас подозрение – это голодание, сухое голодание, и которое приводит к тому, что те залежи, которые у нас есть, и соли, и микроэлементов, они начинают организмом вытаскиваться, и причем из клетки, и из суставов, и сухожилий. И тогда получается возможность руками достать до точек. Ну, есть такие триггерные точки, которые просто достать, если человек не подготовлен к этому, которые отвечают за взаимодействие всем организмом. И, конечно, когда мы получаем первый опыт, то очень больно бывает в начале, когда начинает массажист в этой технике, которую Валентина Афанасьевна представляет, делать и проходить все сочленения и очень многие линии, и очень многие точки, которые мы даже не знаем, их там сотни, и она работает в них, и получается, что как пустыня, на самом деле, это давно образ известен, который не получает воды, нет оазисов, она просто трескается в силу того, что на самом деле солями, полями закрыты подходы арыков. А арыки – это кровь, а кровь на самом деле человек определяет все. Это наша жизнь, течение рек, которое омывает нашу сушу. И без крови, естественно, не растет ничего, не происходит цветение вашего. Не цветут цветы, поля, сады. Безжизненная земля, а тело, получается, что оно не расцветает. А когда оно расцветает, то тогда, если мы знаем, что и понимаем, что солнце дает энергию всему сущему, и прежде всего листве, траве. И хлорофилл, который возникает, он является тем энергией жизни. Пока мы не можем выставить вот это вот свое тело до приятия этого, то, естественно, мы не получаем и так называемую жизненную энергию, и солнечную, и правильную энергию, и так далее. Поэтому, когда мы говорим, что человек готов или не готов к приятию вообще в здании, или каких-то новых аспектов, открытий, но все равно мы проходим через разный опыт, мы идем через многие практики, как раз мы обращаемся к целителям, учителям, каждый по-своему помогает. И мы находим, видимо, своего, потому что у каждого есть свой, и, видимо, и который подходит по энергии, по пониманию. И вот здесь предлагается вот такой вот метод, вы можете выбирать, но нам кажется, кто прошел, это десятки, сотни людей, что результаты просто удивительные, и то, что снижение веса, оно необходимо мне прежде всего. Я как-то долго упирался в этом направлении, наконец-то пошло по этому пути, сейчас 7 килограмм нету. И сразу начал гораздо лучше пробиваться и пошел гораздо больше эффект. Поэтому наш этот центр, я не то что вас призываю, нет, не призываю, а по крайней мере есть возможность вас прийти сюда, ознакомиться с этой возможностью оздоровления этого, в общем, уникального метода сочетания двух идей,
которые, мне кажется, крайне эффективны. И хотя это встречает метод сухого голодания, еще раз повторяю, ожесточенное сопротивление диетолога, врачей, которые говорят, вот да, это нельзя. Да, на самом деле это экстремальный вид голодания, экстремальный вид пути к здоровью. Но когда у человека уже не остается выбора, когда другие все возможности исчерпаны, то как раз здесь вот эта экстремальность, вот эта решимость бороться за здоровье приносит желанные плоды. А плоды – это рассвет души, рассвет тела, это жизнь, это здоровье, долголетие. Спасибо за внимание. Мы ждем.